Я рад, что у меня 4 прекрасных дочери. Это, наверное, знаете, психологическая разгрузка, когда приходишь домой, все дочки тебя обнимают, целуют, говорят папочка, папочка и так далее. Поэтому справляемся. Они меня, они со мной справляются, я с ними справляюсь. Поэтому дети – это наше все, да, мама, правильно так говорят? Поэтому действительно за тяжелый день, когда там соберешь кучу негатива от людей, приходишь домой, это какая-то разгрузка, которая психологически дает возможность не думать о чем-то вообще, а думать просто о хорошем, позитивном. Это, знаете, как я скажу, почему это дети, вот как раз это, наверное, белый лист, на котором стоит маленькая черная точка. Черная точка – это вот этот весь день, который, да, наполнен какими-то насыщенными. Да. А белый лист – это все вокруг того, что, на что надо обращать внимание. Это жизнь, семья, дети. Это надо видеть. А не так, что на белом листе люди видят иногда только одну черную точку и не видят, что вокруг есть что-то позитивное.